еще хочу пару слов сказать о берцах. Вы, наверное, знаете, я люблю берцы. В берцах я хожу регулярно, уже много лет. Предпочтение отдаю всяким берцам на предмет против всякого рода трекинговых ботинок. Но вот последние два года, что-то мне год, не везет мне в первую очередь. Потому что я стал покупать белорусские берцы. В прошлом году, отправляясь на Камчатку, я купил белорусские берцы, фирму не помню, посмотрю, поставлю. Они развалились в середине похода. То есть у них стал отваливаться задник. Памятуя об этом, что у меня дыра в берцах, и обычно у меня берцы выдерживают 2-3 сезона, я решил купить себе такие берцы, которые покупал раньше. Это питерская фирма. Вот. Сейчас на память я ее не помню, но очень хорошая, мне она нравится. Вот. Но почему-то в Москву ребята эти не завозят размеры больше 45-го. А покупать через интернет не меряя, я берцы опасаюсь. Ехать специально из-за этого в Питер, ну, я как-то так не сподобился. Тут мне подворачиваются новые берцы. Вот, я бегал уже, на самом деле, так, искал, лишь бы найти 47-й размер. У меня такой. Вот, хоть что-то, чтобы было. Вот, и тут я нахожу хорошие берцы, сделаны в России, мне заявляют. Я их покупаю. Вот, стоят они почти 3000, если даже не больше 3000 стоили. Вот, купил я их в одном из армейских магазинов московских. Ну что? Я вам хочу сказать, они развалились на второй день. Ну вот, вот она дрень. Она уже была на второй день. Мы шли прыжок тигра. Я спокойненько, мне они очень понравились на самом деле. Берцы удобные, все дико классно. Но, ребята, купите нормальные нитки, что ж вы гнильем-то шьете. Если на второй день они уже поехали. Прыжок тигра не бог. Там страшно, трекинговая тропа. Ее англики бегают в кроссовках. Вот. Я нормально шел в берцах. Тут мне Витек говорит, посмотри, у тебя берц поехал. Ну и посмотрите, вот, к концу похода. Какая у меня фигня. Вот. Я еще в Москве заинтересовался. Это фирма, не знаю, видите или нет. Фирма называется... Largos. Вот, это фирма Largos. Оказывается, белорусская. Я когда приехал домой, уже купив берцы, вот, залез в интернет посмотреть, что за фирма. Такая незнакомая. Не было у меня до сих пор таких ботинок. Вот, от фирмы такой. Посмотрела, она делается в Белоруссии. Почему они везде на ценниках написано «сделано в России», я не знаю. Вот такая вот у меня петрушка с берцами. Ребята в Белоруссии, вы делаете хорошие ботинки. Купите негнилые нитки, хватит экономить.